против АТВ. Это соревнование на лучший журналистский материал. Каждая серия – бой двух соперников – новичка и профессионального корреспондента. Кто победит, решают зрители. Идея проекта «Нубы и Про» мне очень понравилась. Не только потому, что у нас есть возможность утереть нос этим новичкам. У этих самых новичков есть возможность попробовать себя в журналистике, при этом не имея образования, не имея каких-то навыков. Я думаю, что это классный проект, который дает реальные возможности на практике понять, что ты можешь сделать самому себе, вызов какой-то определенный, выйти из зоны комфорта. Вот, наверное, это все-таки первое, да. Выйти из зоны комфорта – это, наверное, основная цель, как я это вижу. Я хоть и 2 года работаю на телевидении, звание «Самый талантливый школьница журналиста» – мое. И я его никому не отдам. Ну, конечно же, мы знаем, кто выиграет. Что тут говорить? Боже мой, а как они вообще согласились участвовать? Так еще и с нами. Чтобы ходить с кем-нибудь другим бы. У нас есть опыт, у нас есть какие-то навыки, у нас есть то, чего нет у нубов, поэтому я не сомневаюсь в том, что выиграю я. Новичков не сильно любят, мне кажется, это первый фактор. Второй, ну, ко мне уже успели привыкнуть. У меня есть большая армия хейтеров, большая армия поклонников. У меня уже есть опыт, меня уже любят телезрители. У меня больше шансов выиграть в этой схватке. Журналист должен быть любопытным, любознательным. Он не должен бояться камеры, не должен бояться людей. Мне кажется, Инжима с ним не справится. Она будет больше за кадром. Я смогу, она не сможет. Я в своей победе уверена на все 100%. Потому что что? Программа, точнее название программы, говорит само за себя. Я думаю, эти нубы, которые к нам пришли, они испытают все на себе и расскажут о своем опыте. Мне кажется, он будет сложным для них. И таким образом донесут до всех людей, насколько наша профессия трудна, опасна иногда и важна для общества. Ну, это вообще уже просто априори эпик фейл.